sing mommy dumb hands up, I talk about the legal aid. If you scared, shut the fuck up, Molly, if you scared. No. Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере с Motor Rage, все как всегда. И как вы видите, сегодня погодка вообще не летная, именно поэтому я взял гелик. И мы на нем сегодня выехали. Я хотел заснять новый интересный видос по поводу того, что мы прикупили новый автомобиль. В принципе, наверное, уже увидели по перебивкам, надеюсь, вам они понравились. Вот такой вот дождик льет, очень странно, кстати, потому что вроде мы ни один ролик не снимали, когда дождь идет. А гелик давайте ставим здесь, закроем его, чтобы его никто не стыдил. Вот. И мы будем сегодня вместе с вами тюнить мой новый автомобиль. А может, по приколу записать этот видос чисто от первого лица? Не знаю. Короче, вот моя новая тачка. Да, это McLaren P1. И многие скажут: блять, Эван, где ты бабки нарыл? Ты в прошлой серии номер купил за 45 лямов. Где ты еще взял 50? А вот так, пацаны, раздают. Ладно, шучу. Еще раз повторюсь, надеюсь, вам перебивки понравились, и надеюсь, они вышли очень офигенно, я не знаю, их еще даже не начинал снимать. Вот, обязательно пишите о них в комментариях и поставьте, конечно же, лайкос. Это самая лучшая благодарность, которую вы можете сделать для моего канала. Ну, конечно же, подписочка. Знаешь, что произошло? Сижу я такой, думаю, что заснять? Вот реально, что снимать на смотре? Ну, типа, реально, почти уже не... Ну, конечно, ментовку можно пойти, но... Я манал ту ментовку, но потому что, реально, там нужно отстоять, блядь, 10 часов на постах, чтобы тебе дали там какой-то уровень, чтобы ты имел возможность патрулировать. Вот, наконец-то выговорил, вот. А, и то тебе дадут сначала Камри, а на Камри ты хер кого догонишь. Собственно, тех, кого есть звезды, у них там и покруче автомобили. Так что, ну его в сраку, типа. Ну, может, я потом как-то договорюсь и пойдем в ментовку, но сейчас... Я этого не хочу делать. Именно поэтому я так думаю, блин, что же можно делать на смотре? Если тебе нечего снимать, знаешь, что-то купи, либо что-то продай. В принципе, я так и сделал, и я купил вот этот McLaren P1, который я хотел еще очень-очень давно. Еще, если честно, мы покупали с вами Ferrari в марте. Да, где-то в начале. Ой, как говорю, в марте, блядь, в феврале я ее купил. Еще до войны я Феру купил где-то 15 февраля. Ну, в любом случае, видос есть. Там тоже охуевшие перебивки. Можете посмотреть, ссылочка есть в описании. Вот. Я еще тогда хотел купить Феррари, но я подумал, блин, я лучше куп... Ой, хотел купить Макларен, но я еще тогда сказал, что, блин, а Феррари... Она едет 350, Макларен едет 360. Разница в цене почти 2 раза. Я на сумму Макларена мог купить себе 2 тачки. Феру и еще что-то. Именно поэтому я отложил покупку Макларена. Если быть еще точным, то в 2017 году еще на сервере в МТА я хотел этот Макларен. Потом на CCD я хотел этот Макларен. Но все как-то руки не доходили. Ну как бы доходили, но я не хотел на него тратить баб. Именно сейчас я исполнил свою мечту и купил этот Макларен. Ведь, не знаю, лично мне это самый красивый Макларен. Ну, конечно, 720S тоже охуевший, но это очень красивый Макларен. Вот прям реально, он не стареет. Я его беру во всех играх и ничем не жалею. Ладно, хорош пиздежа. Короче, что же я сделал? 50 миллионов, как вы понимаете, у меня не было. И я решил продать Феррари. Номер с Феррари я скинул на другую тачку. И эту тачку вы увидите в следующей серии. Надеюсь, ее каким-то раком не спалю сегодня. Продажи Феррари и плюс ДП дали мне вот этот Макларен. В принципе, как это было, можете посмотреть прямо сейчас.
Здорово. Добрый вечер, молодые люди. Здорово. Клубничка, бля. Чё ты сразу около камеры размахиваешься? А нечего было уже Бена не делать. А чё с ментовки? А нихер там делать. Чё, проверяй, проверяй. Ого. Когда Водос вернулся и когда зарплату урезали, вот тогда да. А серьезно урезали? Да вот первые дни весело было. Да, когда ты за мной гонялся поочередно. На F40, блядь. Да. Неплохо. Тебе феру доставать? Да зачем? Я по видосу видел. А, окей, погнали. Хоть какая-то привилегия на ютубе есть. Я думал его в рыжий покрасить, но здесь перламутр красивый стоит. Я думаю, что уже не надо. Что ты так маком загорел? А мне надо просто видос застить какой-то. Все понятно. Все, вызывай ментов. Давай, заложим. Приезжали, ага, все. Ничего не тут у вас. Ну все, блядь, штраф нахуй или КПЦ. Ебать, это что за якудза поехала? Короче, пацаны, мы приехали на ЕКХ, 500 тысяч бах. И теперь здесь не баба хватит. Короче, Саньку предлагаем обмен. Феррари. Почти 3 восьмерки на Макларен. И еще 16 лямов до платы. И это выходит, ну, плюс-минус. Бля, мне как раз бабу хватает, нормально. Это выходит, ну, давайте уже купим. Бля, я думал, что я Макларен никогда не куплю. Но купил. От души. Спасибо, спасибо. Феру купил тогда, когда мы перебивки снимали. 3000 пробега было. Сейчас 43 на ней. 9000 пробега, кстати, вообще очень мало. Вот, пацаны, вот скоро будет вот это сюда. Завтра как раз 400 тысяч беза придет. И будет норм. Как-то так, спасибо Саньку, что он продал этот Макларен. Я весь день катался, не мог его найти. Вообще, блять, тупо никто не продавал. Если продавал за 50 лямов. То есть я отдал Феррари и отдал 16 лямов. Если суммировать, это 48 миллионов. Но если Феру за 32 продать, то я не знаю, можно ли Феру с двумя владельцами сейчас за 32 продать. Но вроде люди продают, не знаю. Типа вот так. Он очень охеренный. Если я раньше говорил, что не, типа какая разница, Макларен, Феррари, типа ты переплатишь два раза, а получишь плюс-минус 100? Не, пацаны, это вообще не то. Макларен так охуенно рулится. Вы просто не представляете. Я думал, Фера нормально рулится, типа. Нет, Макларен, ну, прям офигенно. И вы не смотрите, что я сейчас все врезаюсь, потому что дождь идет, как бы трасса мокрая, вся херня. Очень офигенно рулится. Плюс он очень быстро набирает максималку, потому что у Феррари есть такой затуп где-то ближе к максималке, она ее очень плохо набирает. А вот Макларен прям набирает, набирает и набирает. Такое чувство, что ее просто взяли, ограничитель поставили на 360. 60, так как он набирает до 360, он мог еще больше набирать, типа. Короче, что мы делаем? Мы сейчас едем, конечно же, на ЕКХ, что даром в прошлой серии прикупил номер, не даром. Поэтому мы именно сейчас на этот Макларен поставим номера, и потом уже перейдем к внешнему тюнингу. Привет, елочка. Кстати, я еще купил себе другой жесткий диск, который немножечко побыстрее. Мне кажется, он как-то добавил скорости игре, и быстрее как-то стали прогружаться текстуры, хотя как это должно влиять, я не знаю. Короче, Макларен P1 на ВАЗ-2101. 500 тысяч? Бац. Просто 500 тысяч, да. Мне, пацаны, вот это смотрится прям охуенно. На таком даже не стыдно не выехать, если честно. Хотя номера и пофиг. Ну, блядь, как они добавляют блядь, что у меня за... Что я заговариваюсь? Это называется ролик недели не снимал и все пиздец. Как они добавляют крутизны тачки? Не знаю, прям тачка стала 3 раза быстрее ехать и в 4 раза пизже выглядеть. Ну, отвечаю, блядь, реально. Короче, 500 тысяч улетело. Интересный факт. Я уже на этом Макларене накатал 2000 километров. И прикол в том, что меня уже спалили на этом Макларене куча раз. Именно по айдишнику. Всем большой привет, кто меня видел. Вот. Мне очень приятно. Так вот, 2000 километров. Как видели, я купил Макларен. У меня оставалось 45 тысяч. Сейчас у меня 2 миллиона 400 тысяч. Все настолько плохо, что после покупки Макларена я опять начал работать. Вы понимаете, да? Если кто не шарит, то я вообще не работаю. Потому что, во-первых, у меня лагает в Палета Бэй. Потому что я на курьерке катаюсь. Вот, сейчас я набил 10 левел и буду кататься дальше. Ну, для видосов, конечно же. Но перед этим я вообще не работал, потому что меня лагало, меня бесили игроки. Вот, и... Ну его нахер. Типа, когда лагает, еще какая-то херня. Так вообще не хочется работать, если честно. Вот, поэтому я не работал. А прям при покупке Макларена я начал работать. Короче, пацаны, заезжаем в внешний тюнинг.
Я надеюсь, сейчас мы сюда что-то прицепим. Хотя, мне кажется, я всегда я заеду, сейчас посмотрю на цены, такой, бля, 600 тысяч за диски, уж упоротые, блин. Какой прицепим, не надо. Короче, а, это Макларен за сотку выходит. Реально, 45 номер, 48, ну, блядь, почти за сотку, реально, Макларен, охереть. Короче, цвет, не, давайте не цвет, давайте посмотрим сначала колеса, подвеску. Какие колеса и почем они? 800 тысяч, ебать. Не, пацаны, ну, в принципе, стандартные диски, они охуенные. 800 тысяч, лям 400, лям 300 за диски, охуеть. Не, ну, есть много разных дисков, которые сюда подходят, но... Блядь, лям за диски? Даже такие красиво подходят. Я еще тот еврей, пацаны, но, блядь, на стандартные охуенные. Даже менять не буду, в принципе, как на Феррари, блядь. Не купил ни хера, не поменял номер, махнул и серию закончил. Реально. Ну нахер, лям за диски. Лям за диски. Меня ща, я сейчас так на мели, типа, мне надо срочно роликов наперед наснимать, потому что я буду занят в скором времени. Поэтому, ну нахер, я лучше, блядь, тачку себе за лям куплю. Короче, основной цвет кузова. Как вы видите, у нас есть такой коньяк, ну, коньяк, ну, не коньяк, но, типа, винный, коньячный такой цвет. Он такой темно-темно-вишневый, темно-темно-коричневый, он охуенный. Я, конечно, хотел сделать Макларен тупо оранжевый или белый, потому что, ну, Макларен подойдет, что вам сразу на ум приходит? Ну, конечно же, рыжий какой-то. А, или серый, кстати, да. Ну, белый, ну, это прикольно, но это уже банально, не? Черный, у нас не так черный, так. Какой я хотел, оранжевый? Ну, типа, неплохо, да, смотрится, но... Я уже таких Макларена очень много видел. И это какой-то, смотришь так сбоку, очень дешевый цвет. А вот так вот прям очень по-богатому. А если изменить, например, цвет перламутра? Сколько он, блядь, стоит? 500 тысяч перламутра, охуеть. Можно, например, синий вот такой вот сделать. Вот такой Макларен вообще охуенный, да? Но опять же, темно-синий, сероватый такой прикольный. Ну такой более коньячный, он с коричневым таким оттенком. Ну короче, пацаны, цветов вариаций очень много. Но я буду придерживаться, блядь, своей старой тактики, нихера не менять. Ну реально, блядь. 500 за цвет, и если основной не менять, это 600. И типа, лям за диски. Полтора ляма, блядь. Напишите в комментариях, я один только такой еврей на ютубе, блядь, который нихера не покупает. Ну именно, смотри, рейдж. Ну реально, блядь, это много. Но для других, конечно, это немного, потому что я знаю очень много людей, которые покупают не только Макларены, а и Чироны, Дива, не Дива, Атлантики, салонов, блядь. И потом их просто тюнят. Я вообще молчу. Это там такие баснословные деньги. А я просто полтора ляма зажал. Ну, это весь я. Короче, пацаны, давайте я солью вам чип. Вот сюда подъедем, потому что чип здесь очень охуенный. Если у вас есть Макларен, ну, или, ну, кстати, на другой автомобиль не знаю, но если у вас есть Макларен, можете ставить вот этот чип, вы вообще не пожалеете. Вот прям реально хорошо рулится, хорошо разгоняется. А, в принципе, что нужно, блядь? Просто затестите и поймете, все прекрасно. Я не знаю, насколько он пойдет другим автомобилям, но к этому он идет прям охуенно. По классике добавим немножечко информативности в этот ролик. Это что за крузак? А, чего, блядь? Стопай нахуй. А, ну, подожди. Ебать! А, стой, заебал. Чё у неё, а 120, 77? А, 95. Ничего. А, прикол, здесь еще уж новые сливы, лол, я даже здесь ни разу не был. Пока. 100 тысяч лишними не бывает. Знаешь, немного информативности в этот ролик. Он стоит, этот Макларен новый, 50 миллионов. Продажа в ГОСТ 37 500. Стоимость ФТ на него 11 миллионов 62 500 долларов. Максимальная скорость 360 км в час. Мест в багажнике 2. Объем бака 65 литров. Кстати, бак очень маленький. Хотя, блядь, куда сюда впихнуть этот бак, я не знаю, в крылья, блядь. Давайте замерим разгон от 0 до максималки. Но, в принципе, я не знаю, таймер буду налаживать, не знаю, но... Просто посмотрите на спида, как он, блядь, просто рвет. Все. Типа, вообще моменталка. Ферра так никогда не будет ехать, реально, типа. Кстати, очень обидно, что эта моделька Макларена, скорее всего, заменена просто на Т20, как бы с GTA 5. И в Т20 высоко спойлер не выезжает. Но, как вы знаете, у Макларена задний адаптивный спойлер, он выезжает достаточно высоко. Но здесь он выезжает прям очень по минимуму. Это обидно.
А у меня, в принципе, на этом все. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Вот такая у нас обновочка получилась. Почти ничего не поменяли, только номер. Обязательно поставь лайк, напиши любой комментарий, что же мы делаем в следующей серии. В следующей серии обязательно будет очень много тюнинга. Прям реально очень много. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.